Да, камушек тут такой. Аккуратно, аккуратно. Все нормально, передний прошел. Сейчас выше, 5-7 сантиметров. Мне кажется, пройдет нормально. Прошел, прошел. Смотри, как ты здесь стоишь вообще. Я же говорю, задние банки. Вот сейчас начинаешь подниматься, Миш. Опа, все. Стой, камушки ушли. Все нормально. Ты чуть-чуть цепанул бампером задним. Все нормально. Бампером? Чуть-чуть. Не-не, пошел. Все нормально. Бампером цепанул. Чуть-чуть. Камушки, когда ушли из-под колеса, ты немножечко просел. Не оторвал ничего там? Да не, вообще. Ты только бок, чуть-чуть боком. Экзост на месте. Я шучу. Съесть, повтори еще. Так, ребята, смотрите. Это такое место. Место называется западло или подлянка. Смотрите, вот это кусочки мостов, алюминий. Передних, задних. Поэтому это нельзя брать. Защиты, да. Это нельзя брать между колес. Нужно или колесо, чтобы здесь проходило, и правое. Нет, мы поедем вот здесь и на камень прям наедем. И на тот можно наехать прям вот так. Возьмем эту ямку между колес, на это наедем. Ступенечка отработает. Смотри, как красиво, да?